Привет всем тем, кто в танке, с вами Санёк. Сегодня я хочу рассказать про программу скриншотов. Она называется Скриншот It. Мне она больше всего понравилась. Она есть на русском, только перевод тут сделан явно из Google переводчика, так как много непоняток. Вот, можно делать скриншоты. Очень много всяких функций. Можно формат изображения изменить, переворот изображения, инвертировать цвет, цвет затвора, альтернативный метод. Очень много всякого. Можете сами себе выбрать. Программу можно скачать в интернете или купить в Play Market. Вот. Ну, я выбираю делать скриншот при встряске. Мне этот метод больше всего нравится, чтобы в играх скриншоты делать. Вот. Ну, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.